Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Чердак, Норб. У кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер. Скорее всего, заканчиваем сегодня биошокить. Первое. Должны собрать бомбу и победить Эндрю Райна. Ну или откроется какая-то иная, какая-то загадка или мотивы. Как бы не со всеми понимаю, кто такой главный герой. И нам необходимы, короче, компоненты. Пойдем их собирать, пойдем все, что видим. Будем видеть, подбирать. Бомбу где собирать, мы знаем. У меня два взрывчатых патрона. Их не хватает, естественно. Но как-нибудь, думаю, разберемся. Так, здравствуйте. Ты кто? Так, есть один. Найти 4 отвеска. R34. Так, кто там орет? Ой! Так, что у меня еще есть? Готов. А, нет. Так, тихо, успокаивайся. Словно молодец. Вот и все. Подлечивается, ты смотри-ка, а? Гад какой. Так, ну ладно, с ним разобрались. Так, где-то здесь, по-моему, видел какой-то гель или не гель, не помню. Давай собирать все. Хорошо, что эти предметы подсвечиваются. Я вот не думал обыскать этого большого папочку. Но вот смотри, обыскивается и все нормально. Так, здравствуйте. Так, это электричество, если что. Пускай стоит. Так, тут кто у нас? Где-то эти компоненты. Офигешку. До свидули. Откуда вылез, непонятно. Так, тут закрыто. Прости, отец. Так, вот тут что-нибудь есть, нет? Ой, вроде же я находил этот гель. Потрошки. Непонятно, как я их пропустил. Но как-то пропустил. Да исполняй, исполняй. Исполняй. Фига себе тут. А что такие дерзкие? Офигеть, этот паук, что вытворяет? Офигел. Тут гаденыш. Мне кажется, они раньше были как-то спокойнее. Так, орган мутанта вы не можете собрать, серьезно. Кто-то плачет. Такие вообще дикие, просто офигеть. Так, кто где ходит? Опа. Ну это получается в больших папочках все это валяется. Есть. Готов. Так, вот эти банки. Они везде, эти банки, попадались. Их прям много. Я вот парочку точно помню. Картечек, кстати, хотя бы нахватал. Так, все, что можно, все сделали. Так, идем дальше искать. Не знаю, долго, недолго буду все это искать, рыскать. Надеюсь, как-то смогу их быстро обнаружить, все эти дела. Так, а здесь где я заходил? А, непонятно. Так, вот тут вот секрет. Ага, вот здесь вот. Ну, погнали. Надо обрыскать всю эту локацию на предмет всех этих предметов, которым. Так, здравствуйте. Кто тут опять ходит? Орут как бешеные. А, опять папочка пришел, понятно. Его придется, видимо, убивать, потому что мне нужно аж 4 компонента этого РД. А вот и гель. Так, кварка ионного геля. Все, гель мы нашли. Можем это обратно все поместить и запустить. Так, это что, это так просто? Так, а что еще надо, слушай? Вы нашли 2 карго ионного геля. Отнесите их в мастерские кибурсы, поместите в корпус электромагнитной боры. А, ну типа могу уже отнести, да? Блин, кофе неожиданно валяется. Пойдем отнесем. Давай сразу тогда все относить. Раз уж тем более целеуказатель показывает. Ой, привет.
это я больше мне брать не надо. Так, здравствуйте. Это, кстати, я ловушку поставил. Так, а где еще были вот эти убитые папочки? Где-то же еще валялись. Просто я... Не слушайте ложь Атласа и Парадиса. Ага, вот лежит. Я ж помню, что еще должен был быть. И еще один где-то, нет? Тут ты будешь, нет? Эй, друг. По-моему, еще где-то валяется этот папочка большой. Если мне не изменяет память. Давай поищем его. Райан. Так, вот там еще какие-то предметы валяются. Погоди-ка. Че это? Снаряды, наводящиеся на тепло. Ага. Отойди! Тихо! Вот ты, снайпер, Спайдермен, блин! Вот это снайперюга! Так, органы собрать не могу. Хотя их так много дают, я просто офигеваю. Блин! Вот гаденыши! Так, ну ладно, справились. Так, где еще эти компоненты? Я ж помню, где-то папочка еще валяется. Не буквально надо одного. Может быть, его специально мне там поместили, чтобы я его там почикал и забрал эту деталь? Возможно. Потому что здесь я пришел в самый конец, никого нету. Понятно. Ладно, пошли отсюда. Я как бы надеялся, что как бы еще один папочка валяется. Но нет. Так, вот это мне надо? Нет, это мне не надо. Там какой-то еще третий компонент мне нужен. Ладно, разберемся по ходу. Так, эти ребята тут отдыхают, висят. А мы пошли туда. Так, серьезно? А, ну туда, ясно. Так, а сюда? А, ну тут я, получается, тоже кого-то убивал, помню. Роботы, сейфы были поняты. Ладно, вспоминаем, обыскиваем. Так, тут ничего. Все-таки надо к бомбе лучше идти. Ну и одного, получается, большого папочку придется задолбить. Надо бы поэкономить патроны, чтобы, так сказать, облегчить себе в этом плане участь. Он тут где-то ходит. Да, вот он ходит. Так, он, видимо, сестричку ищет. Так, как его затащить-то? А, что у меня есть? Давай попробуем его захреначить. Раз уж мне тут так предлагают выбор, давай сохраняемся. Он быстрый, блин, он жесткий. Ну, я надеюсь, мы-то жестче. Так, друг. Ага. 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 Вот это, конечно, он... Управляет, конечно, этой, как его, как он называется, времени просто нехило. Ага. Ага. Тихо. А, давай. Ай, уходи, уходи, убегай, убегай, убегай. Отлично. Так, ты что не перезарядился-то? Я же тебя просил перезарядиться, блин. Серьезно, убил, что ли? А ты издеваешься? Не-не-не-не, я лучше загружусь. Так, что у нас, давай. Я не хочу. Как бы я не согласен был, что он меня убил. Давай, иди сюда. Как бы почти его затащить, блин. И офигеть, блин. Ай, друг. Да ты офигел? Что такой бешеный-то? Да отойди от меня. Вообще, блин, охренел. Что с каким-то папочкой я бы, блин, не справился. Да, отойди ты от меня. Пока эту бомбу сделаешь, так офигеешь, блин. Аптечек много тратится, согласен. Готов. Все, взяли. Отлично. Аптечек много, конечно, потрачено. Боеприпасов тоже. Ну ладно, выжили так выжили. Погнали. Ну а что он тут ходит? Стучится ко всем.
Так, теперь куда? Готов. Вылетел, конечно, прекрасно. А, это этот автомат. Я думал, это новая сестричка появилась. Так, ладно, не буду я тратить это все. Так, это мы использовали. Просто проверил. Ладно, пошли. Сюда же мне. Геотермальные источники. Как-то цель так странно тут. Я тут не был? Блин. А как так получилось-то? Представляешь, целая локация, где я не был. Готово. Блин. Отлично. Арбалет, конечно, шикарный. Так, жидкий азот. Вы больше не можете использовать, понятно. Так, это забрали. Это забрал. Ух ты, сколько патронов-то. Это что такое? Какой-то аварийный лифт. Так, аптечка пригодится. Тут что-то можно подрубить будет. Видимо, пока мне сюда не надо. У вас мало боеприпасов, зато много денег. Я понял. Как это я так эту локацию-то пропустил? Ходил, ходил. Так, это все закрываем. Так, что-то я не понял, как сюда попал. Ладно, хорошо. Ядро Гефеста. Ну, офигеть. Так, успокойся там. Крикун. Да. Не буду я на них тратить патроны никакие бегать. Пошли я никуда подальше. Так. Опа. Деньги. Так, теперь куда? Надеюсь, пауков больше не будет. А то они гады, просто еще те. Так, еще какую-то папочку носится где-то. Ты посмотри, а сколько их. А, нет, это кит орет. Орет кит. Так, давай, зашли. Подставы не будет? Надеюсь, нет, давай. Так, задание выполнено. Поместите ионный гель в корпус электромагнитной бомбы. Давай дальше. Задание выполнено. Установить провода в корпусе электромагнитной бомбы. Так, и что еще? А у вас нет всех компонентов. Так, что еще надо? Для устройства требуется нитроглицериновый заряд. Угу. В запертом кабинете Кибурца имеется такой. Так, имеется такой. Ну, погнали. Там, блин, все сейчас обновилось, пересохранилось. Давай мы тоже пересохранимся, а то я знаю, сейчас этих гадов повылетают. А у меня патроны ограничены. Так, ну хотя бы цель указания есть, где этот его кабинет, потому что, честно, я как бы сказали какой-то кабинет и выйти, я не знаю, где это. Так, офигели со своим светом. Так, кодовый замок. Подожди, а какой код? Давай взломать. Блин, а какой код? Полюбасов в той серии мне говорили, какой код, но я забыл. Я правда что-то не помню. Давай взломать. Ох, так автозлом есть. Отлично. Ой. Слушай, папочка, ты можешь мне помочь, нет? А так могу? Могу. Кто махает? Кстати, Евы опять накопил просто огромное количество. Так, тут что-то столько много этого. Кем, чё, кто разговаривает, непонятно. Давай, там какие-то не связанные, лишь прости, отец. Так, здесь что у нас? Ориентируюсь просто по красным точкам. Вот и все. Отлично. Отлично.
Всю Еву истратил. Так, жидкого азота у меня просто дохренище. Отошел. Так, тут у нас что? Что это такое? Нитроглицерин, который нам и нужен. Так, это кто такая? Просто какая-то женщина. Так, это забрал. Кто это все понаставил? И пошли по пути саморазрушения, злоупотребляя плазмидами. Само собой. Но я не собираюсь делать заявление и диктовать закон. Великая цепь движется медленно, но мудро. Именно наше нетерпение открывает путь правительственным паразитам. А когда вы впускаете их, они начинают пожирать город изнутри. Это, короче, в Сабнафтике кто-то, короче, понастроил всех этих делов. Так, что можно улучшить напоследок, я так понимаю? Револьвер, барабан, увеличение пробивной способности арбалета, прочности арбалетного болта. Ну, даже не знаю. Дальность химического распыления, убойная сила гранатомета. Даже не знаю. Давай прочность арбалета улучшим. Так-то было бы прикольно, конечно, все оружие улучшить в этой игре. Но оно такое не будет. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой! Готов. Откуда взялся, блин? Так, тут что такое? Так, это обыскал. Как-то странно это все тут появилось. Так, фризануло так резко, играя. Ой! Я просто офигел. А где арбалетные болты? Так, тихо, тихо, там кто-то морёт. Напрягает, так капец. Я так предсказуем. Ну как-нибудь предсказуемым. Делов-то. Так, по льбасу кто-нибудь мог забраться, нет? Все-таки локация открытая, мало ли. Так, ну что? Собирай бомбу. Выполнено. Ёлки-моталки. Взять устройство. Ты серьезно? Ты такой сильный? Я бы, наверное, вряд ли бы. Я бы боялся ее взять. Берем. А, ты так спокойно ее берешь. Собрана электромагнитная бомба. Ну, это похоже на бомбу. Надеюсь, что так. Тебе надо пробраться к ядру мимо поста геотермального контроля. Вот тогда и проверим, знали ли эти умники, о чем толкуют. Кто-то сюда идет? Тихо, давай сохранимся. Всех сестричек собрали, поэтому тут только враги. Их опять там до хрена появилось, прикинь. Что это такое? А, это низкая дверь. Ага, вижу. Я исполняю все его... Я иду по твоему знаку! Да ты чё не умираешь-то? Так, ты кто там? Сюда идешь? Так, тихо. Отлично. Стелс сработал. Так, это забрал. И болты, смотри, обратно вернулись. Отлично. Вот это, кстати, прикольный навык. Прям как Skyrim какой-то. Так, забрал. Я ж типа по стелсу, да, двигаюсь. Так, это большой папочка. Ну, в принципе, он у меня не агрится, как бы, и ладно. Да? Ну да. Ну так исполняй. Исполняй дальше. Я в этом исполнении не участвую. О! Встал, блин, друг. Офигел, что ли? Готово. Ага. Кричал мне не шевелиться, а сам. Не, прикольная, кстати, вот эта способность. То, что по несколько раз можно все это использовать. Вылетел. А, вот она, День независимости Австралии. Вот какой код-то был. Понятно.
Я ж помню, я ж говорю, что я помню, что я подходил, это брал. Так, большую папочку ходу. Слушай, друг, привет. Сестричек нету, поэтому он злой. Так, спокуха. Может сохраниться? Давай сохранимся. Я чувствую, что будет сейчас какая-то беда. Что что-то сейчас будет. Идем. Встретимся ли мы с главным Эндрю Райном? Жесткий. Да блин, ну перезарядка, ты серьезно? Именно сегодня, именно сейчас, именно так надо было перезаряжаться. Так, а я тут был? По-моему, был. Так, да, я тут был. Что-то локацию перестал узнавать. Здорово. Ты меня не тронешь? Собрано напалм, хорошо. Так, а, я понял, где этот кабинет. Я понял, это там, где мы вначале не могли. Это случилось сразу после начала войны. Читал об этом в газетах. Погоди, сейчас посмотрим, что можно раскопать. Так, ну-ка. Что такое? Так, тихо, бомбы. Автомат есть, где можно купить? Так, это не то. С оружием автомат есть? Так, здесь мы были. Эй! Так, жидкий азот не берет. Я не инженер, но если я верно разобрал эти схемы, то ты можешь перенаправить поток магмы, используя перераспределительный клапан. Тогда вода остынет очень быстро, и ты сможешь добраться до ядра. Но Райан точно заметит. Возможно, для надежности поставит защиту по периметру. Так, новая задача. Переправить поток магмы. Давай. Уничтожит ли тебя эти создания? Даже я этого не знаю. Если ты попробуешь сбросить меня в пропасть, то и сам полетишь следом. Я предлагаю тебе быструю смерть, паразит. Это куда лучше того, что тебе предстоит узнать, когда ты убежишь. Холод его и язык его. Тихо, тихо, что за придурок прибежал? Остался один. Так, это надо опять двигать, да? Эти придурки мне будут мешать, да? Ну, конечно, подожди. Надо какое-то оружие взять. Они, я так понимаю, и будут бегать, и будут, понятно. Вторая есть. Давай, давай, беги сюда. Есть. Перезаряжается и кукит, красавец. Ага, маг появился. Ай! Я кручу. Да иди ты! Есть. Так, что происходит? Какая задача? Чтобы устранить потоп, выверните клапан до упора. Поток магмы будет перенаправлен на нижний уровень. Он превратит воду в пар. Так, а мне-то что делать? Жидкий азот не берет. Они все мертвы? Надеюсь, что так. А ему пора направляться к ядру. Так, выманили его. Так, что-то интересное происходит. Так, а подожди, а куда это мне показывают идти? А, вот. Поехали. Я уж подумал куда-то обратно идти. Так, срезали путь. Здравствуйте, добрый день. Тихо, тихо. Но целью показывается. Так далеко от семьи, от друзей, от всего, что тебе дорого. Но все же тебе тут нравится. Ты ощущаешь нечто необъяснимое. Подумай немного, и, возможно, нужное слово придет на ум. Ностальгия. Он такой спокойный. Это Эндрю Райан. Как будто бы что-то знает.
чего мы не знаем с вами. Так, новый инженерный тоник. Вас оглушают частые сирены безопасности. Уменьшить неприятные ощущения с помощью укорачивания сирен. Кстати, неплохой. Неплохой. Если это еще дают, значит будет еще какая-то фигня происходить. Я так понимаю, в конце мне еще дадут выбор между Атласом и Эндрю Райном? Нет? Открывай. А, это бомбу установил, серьезно? Открывай! Тихо, тихо, тихо. Есть. Так, здорово. Тихо, 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 папочка. Ой, здорово, мужики. Блин, зря я в него выстрелил, да? А, какая жесть происходит. Так, тихо, они какие-то жесткие все. Давай напалмом греть. Так, он в воде прячется, да? Готов. Красавчик. Денег еще дают столько, я просто офигеваю. Ой, здравствуйте. Блин, вот эти штуки жесткие. Как бы их сбить-то? Кто это сказал? Да отойди, блин! Зря я, конечно, в нее стрелял. Да? Так, ты за меня, нет? Блин! Да отошел! Так, я бегу сюда. Открывай ворота, Печкин! Так, я остался без аптечек, вот это плохо. Перед главным боем. Хорошо, поехали. Новая локация? Да, загрузка. Прошли. Центр управления восторгом. Интересно, это будет еще полноценная локация или там просто бой с боссом? Игра сохранена, хорошо. Задание выполнено. Найти офис Эндрю Райна. Убить его. Легко сказать. Слышит меня? Атлас, ты можешь меня убить, но ты не получишь мой город. Моя сила не в огне и стали. Это то, чего паразитам никогда не понять. Свое время для всякой вещи. Время жить и время умирать. Время строить и время уничтожать. Пойдем, дитя мое. Нам осталось поговорить еще об этом. Тихо, тихо, еще. Что? Райан ввел программу саморазрушения ядра? Это совсем не то, что ты думал. Он намерен уничтожить весь этот проклятый город. Скорее туда.
и прикончи этого маньяка, пока все не взлетело на воздух. Хорошо, хорошо. Печек понакупал, а тут они, оказывается, есть. Так, тут все собрал, что мог собрать, хорошо. Так, это универсальный конвектор, не буду уже тут лазить. Это поменять генные модификации, ладно, не буду. Что происходит? Страшно-то как. Трун. Так, здравствуйте. Так, сюда лезть, погнали. Так, надеюсь, тут врагов не будет. Блин. Хорошо. Так, правильно иду? Перезарядочка. Еще деньги дают. Так, что-то интересное происходит. Давай смотреть дальше. Так, что бы такое взять-то? Давай автомат возьмем. Сохраниться бы тут. Давай тут сохранюсь, а тут вот такая хорошая локация. Центр управления восторгом. Давай. Ryan Industries. Погнали. Что нас ждет впереди, я не знаю. Явно какая-то развязка. Так, привет. Вот он стоит. Убийца преодолел последний рубеж обороны, и теперь он идет за мной. В конечном итоге, чем отличается человек от раба? Деньги? Власть? Нет. Человек делает выбор. Раб повинуется. Думаешь, у тебя есть воспоминания? Да, их нету. Ферма, семья, самолет, катастрофа. Ну да. И потом это место. Но была ли там и вправду семья? И потерпел ли самолет аварию? Или его угнали? Заставили сесть? И сделал это не человек. Нечто выращенное специально, чтобы идти как лунатик по жизни, пока его не включит некая простая фраза хозяина. Был ли послан на убийство человек или раб? Человек выбирает, раб повинуется. Входи. И кому верить, да, вот? Как бы этот пёс-то тоже еще тот. Маньячело. Эндрю Райан, вот-вот он, собственно, персоны. Тот, кто, как говорится, кого мы искали всю игру. Остановись, будь любезен. Будь любезен. Слова, имеющие власть. Знакомые слова? Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, сделай это. Пожалуйста, найди. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, найди Райана и убей этого мерзавца. Сядь, будь любезен. Встань, будь любезен.
Беги! Так, стой! Это он мой управляет, да? Человек выбирает. Раб повинуется. Убей! Человек выбирает. Так получается, чё, как это... Я запрограммирован, получается, был этим Атласом. Кто пёс-то главный? Раб повинуется! И зачем... И поведение Райана сейчас, оно непонятно. То есть, типа, он хочет что-то сказать, типа, чтобы я как... Ну, как бы я понял. Повинуйся! То есть, типа, если бы я был бы человеком, мог бы выбирать бы, я бы остановился бы. А так как... А сейчас у меня будет выбор, да? Задание выполнено, убить Эндрю Райана. Я-то думал, как бы тут битва с ним будет, он какой-нибудь там генетиком измененный. Оказывается, это был самый... Кстати, игра удивила в очередной раз. Это, получается, главный босс, которому ты всю игру шел, а ты его убиваешь в заставке. Интересно. Зачем-то деньги еще собираем. Как бы... Казалось бы, уже, так сказать, все уже давно уже тут пройдено, но собираем деньги еще. Так, Эндрю Райан, давай. Отмена самоуничтожения, да? М, а задача? Нет активного знания, серьезно? Ну, выбора нету, ладно. Раб повинуется, человек выбирает, давай. Ну понятно, да. Так, он меня сейчас типа подставил. Ну как и говорил этот Райан. Новая задача, бежать. Ой. Так, тихо. То есть бесполезно биться, да? Бесполезно, да, я так понимаю. Надо просто бежать. Ну давай, ты меня спасешь. Так, тихо, тихо. Ага, они меня спасают. Блин. Серьезно? Вы меня так спасли? Так и надо было, или я умер? Пентхаус Олимпа. Зачем поклоняться флагу или богу, если мы можем славить то, что превыше всего? Ой, ну понятно, короче, мы, оказывается, были лишь игрушкой. С возвращением, дитя. Добро пожаловать в твой родной город. Тененбаум. Ты злишься на Фонтейна, да? Теперь ты знаешь правду. Ты был его орудием. Тебя вернули в восторг, чтобы ты спас его. Ты спас моих малышек. Я перед тобой в долгу. Так, а вот они все, пока да? Пока ты спишь, я уберу часть ментального влияния Фонтейна. Он больше не имеет над тобой полной власти, однако способен еще потянуть за ниточки. И это будет неприятно. Так, здравствуйте.
Мы поместили в твой разум массу замков и запоров. У Фонтейна есть большая часть ключей, но не все. Сушонг создал твой разум, научил Фонтейна управлять тобой. Ты можешь найти ответы в квартире Сушонга. Ух, тут уж этот Сушонг. Новая задача — спасись от Фонтейна. Это он меня спас. Ой, как приятно. Привет, девчонки. Сестрички. Не, ну хотя бы хоть что-то доброе делали. Смотри, сидят себе такие. Сколько их было? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Их было больше. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Фига себе у вас тут. 14, 15, 16, 17. Вот он! 18. Тот, кто нас всех спасет. Ну да. Подожди, к Сушонгу. Он мне нравится. Хе-хе. Спасибо, спасибо. Прикольные ребята. А это кто такая ходит? Тененбаум? Я к тебе что, зайти не могу? Серьезно? Нормально так. Так, инъекцию Евы взял. Ну ладно, не хотят пускать, так ладно. Так, давай сохранимся. А, тут сохраниться нельзя. Ну это, видимо, концовка уже, все. Мы. Он пришел помочь нам. Ну давай, открывай, ты че? А, вот как тут. Прикольно. Ну да. Все, я пошел. Пентхаус Олимпа, канализация. Так, вероятная рукоять, давай. Я сказал, будь любезен, убейся об большого папочку. Сейчас убьемся. Значит, матушка Гусыня тебя поела и накормила. Но если под эту музыку ты плясать не хочешь, то у меня есть и другие. Ах ты гад! Ну сейчас, конечно, голос у него стал такой. Только что велел твоему мозгу, чтобы он дал команду сердцу остановиться. Не сразу, конечно. Сердце упрямая мышца. Не настолько уж упрямая. Они говорят, что говорят, но в итоге не... Паучи! Как только ты освободишься от власти Фонтейна, ты сможешь ему отомстить. И мы вырвем моих малышей из его грязных лап. Так, а сколько еще времени осталось играть, интересно? Просто любопытно, осталось прям чуть-чуть или еще прям полноценная локация здесь бегать? Не знаю даже. Так, портфель. Ну, деньги дают, как бы, автоматы, наверное, торговые сейчас будут. Наверное, еще полноценная локация, я так думаю. Так, это пусто. Так, великая цепь. Ух уж этот Атлас. Ну, точнее, не Атлас, а этот Фонтейн. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. С этим хорошо болты справляются. Тихо. Готово. Так, этот спит. Большие папочки. А сейчас все, их спасать уже не надо убивать. Или надо, подожди, спасать. Давай посмотрим, что тут у нас на уровне. Так, это то. А, нет, тут маленькие сестрички на этом уровне. Две есть все-таки. Получается, надо все-таки спасать их, да? Ой. Тихо. Да тихо ты. 6,2. Где эта девчонка? Вон она. Ты целая или нет? А, вот она шприцом собирает. Такая смешная она тоже, когда в таком обличии. Ну давай. Давай тогда сохраняюсь, и тогда сейчас этого большого папочку мы... Так сказать, пентхаус Олимпа
А мне так хочется назвать его пентхаус альпинизма. Да ничего ему не больно. Огромный просто черт. Так, электрическая картечь, давай. Ага, ты что, офигел? Да ты-то куда прешь? Офигел? Откуда ты взялся такой? Фига себе! Вот это да! Тихо, тихо, у меня там аптечек было до хрена. Хотя, наверное, все осталось, нет? Не знаю, выгодно так, невыгодно. Где он там? А, он ко мне нейтрально относится сейчас. Сюда идем. Нормальная. Офигевший гад. Тихо. Все? Что с вами, мистер Би? Да все, про мистер Бился. Давай, спасаем. Нет, 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 нет. Отлично. Так, еще одну надо спасти. Спасибо. Адам улучшил. Спасибо за помощь. Кроме его характера. Возможно, и найдется плазмид, способный улучшить душу. Может быть, секрет твоей ДНК. Я пошлю к тебе малышку с подарком, который облегчит твое бремя. Давай. Это он! Это он! Он нам помог! Спасибо. Так, 200 Адам, бронезащита, сжигательный болт. Отлично. Новый боевой тоник, давай. Значительно снижает физический урон. Красавелла. Ячейка инженерного тоника, давай. Чё поставим сюда? Так, боевого давай. Улучшение здоровья, ярость, улучшение Евы давай. Улучшение здоровья. Ну раз там все это еще дают, то есть еще полноценная серия это будет. Я-то думал, убьем Эндрю Райна и на этом концовка. Угу. Ну заморозкой я не пользуюсь, сжечь. Давай, ее возьму. Заменяет, пускай. Взрыватель машин, ну все. Все, подарки все взял. Да, нифига себе, тут огненная какая. Так, тихо, мистер Бабблс. Больше не мистер Бабблс. Надо хоть этот огонь попробовать улучшить. Убери это, убери! На тебе. Тихо, тихо, тихо. Блин. Какой-то такой себе огонь, конечно. Вот прямо фигня какая-то. Так, иди сюда. Готово. Ага. Красавелла. Так, этих всех мы уничтожили. Есть. Есть. Так, ты пустой. Так, что у нас тут еще есть? Алкашка, сигареты. Так, денежки. Фонтейн откопал настоящее чудовище. Когда она открывает рот, а это случается нечасто, у нее такой акцент, что его почти нельзя разобрать. У нее грязные волосы, и она изо дня в день носит один и тот же замызганный горчицей свитер. Однако отдаю Фрэнку должное. Тененбаум – настоящий необработанный бриллиант. Никакого обучения, никакого опыта. Но дайте ей последовательность генов, и она заиграет, как Моцарт на клавесине. Ох уже доктор Сушон. Я думал, что оставил паразитов Москвы позади. Я думал, что покинул марксистов-альтруистов в их колхозах. Вот гад, а. Снизил мое здоровье, да, максимум? Понято. То есть, получается, гонка
со временем таким идет. Готово. Ух ты, нифига себе, я попал в его бочку с этими. Отлично. Сам того не ведая, попал куда-то нужную цель. Внимание! С четверга вводится новый комендантский час. Нарушители будут выдворены на площади колонны. Блин, я аж испугался. Такой черт, вообще встал неожиданно. Так, ну цель отмечена. Ваш разум изменил Сушонг. Отправляйтесь в его квартиру на первом этаже люкса в Меркурии и найдите сведения о том, как противостоять влиянию Фонтейна. Так что это еще не конец, ребята. Так что давайте я, наверное, здесь. Тихо. Это серьезно. Готов. Бистро на центральной площади. Так что давайте я, наверное, на этом здесь закончу, сохранюсь. Подписывайтесь, ребята, комментируйте, ставьте лайки, мне этого очень и очень не хватает. А с вами был Чердак Норбу, увидимся в следующих сериях. Все, всем пока-пока. Я думал, эта концовка, оказывается, еще одна будет серия, вот так вот. Ладненько, все, всем пока-пока.